Господа, добрый вечер! Здравствуйте, уважаемые любители и ценители творчества Тевесского духового оркестра! 2 апреля мы уже с вами насладились программой выступления Тевесского оркестра русских народных инструментов. Ну а сегодня у нас для вас подготовлена другая большая сольная программа еще одного участника в рамках проекта «Битва оркестров». Мы не будем отгонять по аплодисментам и неизбежным моментам. У нас все будет просто. Я напомню о том, что у нас здесь потрясающий хэштег. Все мы знаем, что такое хэштег, правильно? Битва оркестров 72. Я напомню о том, что все публикации, которые были в социальных сетях под хэштегом «Битва оркестров 72» со 2 апреля по сегодняшний день, они шли в зачет Тюменскому оркестру русских народных инструментов. Но от сегодняшнего дня ваши все публикации и комментарии под этим хэштегом пойдут в зачет Тюменскому духовому оркестру. Вы знаете, 16 апреля в социальных сетях в группе ВКонтакте официальное мероприятие Тюмень. Ну что, мы вас всех познакомили с нашими правилами, с нашими условиями. Я думаю, что можно начинать и подарить бурные аплодисменты. Год объявлен в России годом театра. И вы знаете, Тюменский духовой оркестр подготовился к этому событию и готов вас удивлять по полной. Они готовы вас удивлять, а вы наслаждайтесь, восторгайтесь и, конечно, аплодируйте. Ну что, раз у нас 2019 год, год театра, наш духовой оркестр вас приглашает в оперу. Дамы и господа, вашему вниманию, Модест Мусоргский, сцена коронации из оперы «Борис Годунов». Thank you.
Тюменский духовой оркестр. Браво! Дирижер Тимур Потов. Вы знаете, дамы и господа, нам очень приятно, что о нашем шоу-проекте «Битва оркестров» стали говорить за пределами Тюмени, Тюменской области, уже не только в России. И знаете, на репетициях мы тут с Тимуром Владимировичем посовещались и подумали, а почему бы нам не отправиться в мировое турне? Вы знаете, в мировое турне, конечно, мы все вместе не сможем с вами улететь. Может быть, кто-то занят, может быть, кто-то работает, у кого-то нет заграничного паспорта. Но, тем не менее, музыкальное путешествие мы предлагаем отправиться вместе с нами. Ну и как раз-таки тем самым мы подготовим нашу мировую программу. Прямо сейчас мы вместе с вами отправимся в путешествие. Давайте начнем со старушки Европы. И начнем мы... Испания. Испания. Прекрасно. Испания. Ну что, автор пьесы «Король Пасадобля»... Паскуаль Маркина Наро. Звучит знаменитый «Эспания Кани». И много континентов. Ну, давайте тогда определяться, куда же мы летим? 10 часов от Испании – это Мексика. Мексика? Прекрасный выбор. Тогда мы отправимся не одни, а отправимся вместе с Михаилом Шевеленко. Дамы и господа, мы отправляемся в Мексику, и звучит знаменитая «Чилита Линдо». Yeah.
наше музыкальное путешествие нравится? Я надеюсь, никто не задумывался о том, типа, а когда будут горячие носители напитки, нет? Просто как в самолете привыкли. Но если нравится, то наше музыкальное путешествие можно продолжать. Ну, давайте тогда отправимся в тот город, в который, собственно, ведут все дороги. Рим? Да давайте вообще в Италию. В Италию, хорошо. Хорошо. Давайте отправимся в Италию. И отправимся опять же с Михаилом Шепелевым, если вы не против, конечно. Вот. Одно-но. Давайте тогда мы еще одного солиста добавим. Впервые на этой сцене будет дуэт. Неожиданный дуэт. Учитель и ученик, дамы и господа, встречайте бурными, нескончаемыми аплодисментами. На этой сцене Михаил Шепеленко и Нурай Саркисян. Впервые дуэтом здесь для вас. È già finita, il cielo non è più con noi, il nostro amore è l'invidia di chi è solo, ed è l'orgoglio la tua allegria. È stato tanto grande ormai. Non sa morire, per questo canto e canto te, la solitudine che tu mi hai regalato, io la coltivo come un fiore. Chissà se finirà, se un наши дальние перелеты.
почему я говорю дальний, потому что сейчас мы отправимся за 9 500 километров и отправимся в Соединенные Штаты. Ну а нас там с вами встретит не просто программа, автор музыки, композитор, дирижер Национального оркестра армии спасения США Стивен Була, рапсодия для флейты и духового оркестра, солистка Рахат Тайжанова. Thank you.
Тюменский духовой оркестр, солистка Рахат Айжанова. Дирижер Тимур Багров. Вы знаете, мы каждое путешествие, каждое расстояние всегда гугли, проверяли, долго ли лететь. Нет, вот следующее путешествие, но не будет издалека, потому что авиаперелет всего лишь 3,5 часа. Да, и мы сейчас отправимся в такую жаркую, яркую, солнечную страну. Поющую. Я бы сказал, поющую страну, потому что ее встречают, когда ты выходишь сразу в самолет, я встречаю сразу танцами и песнями. Давайте отправимся в Ямайку. Почему бы и нет? Дамы и господа, отправляемся. Мы опять же не одни, а вместе с нами Анастасия Русанова. Бурные аплодисменты! Состоится новый концерт Питва оркестра. Вторая хорошая новость. Давайте я к ней подойду через воспоминания. Ровно неделю назад, когда здесь выступал Тюменский оркестр русских народных инструментов, мы разыгрывали пригласительный билет на сегодняшний концерт. Да, и где-то у нас здесь победительница, да? Вот она, пожалуйста, аплодисменты. Оркестров, то почему бы нам не разыграть пригласительный на него? Давайте скажем так, первый билет, дорогие друзья, продажи еще нет. А у нас уже есть первый парный пригласительный на осенний большой концерт Битвы оркестров. Но мы разыграем сейчас среди вас, точнее, среди самых внимательных. Как это будет происходить? Давай мы продолжим.
продолжим наше путешествие. И, вы знаете, нас пройдет полное погружение в прекрасную страну, в Индию. И, вы знаете, в этой стране в следующем номере очень много ударных. Очень много ударных экзотических инструментов. Что вам нужно будет сделать? Во время того, как играет композиция на индийскую тему, друзья, вам нужно будет посчитать, сколько ударных используется в этом произведении. Соответственно, тот, кто назовет точное число или все-таки будет ближе других, тот и забирает этот парный пригласительный. Все предельно ясно. Ну что, мы вас всех приглашаем в Индию. Давайте погружаемся все вместе. Дамы и господа, аплодисменты. Thank you.
когда после произведения начали уже путевки заказывать на майские праздники, да? Выйти съездить адаптов. Ну что, я надеюсь, все-таки вы были внимательны. Вы считали, сколько ударных прозвучало в этой композиции. Давайте не будем выбирать, мы просто будем спрашивать. Вот сколько, да? Ну сколько? 10! Подожди секундочку, я ничего не подаю, мне нужно спокойно. 9, 8, 13, хорошо, сколько? 7! 10, хорошо, где раз твои? Давайте с вашего, с нашей стороны. 11 и 5, 12. Сейчас у юной леди. Последний сейчас его сколько? 10, хорошо. 15, да? Да я же мой остановлю. Сколько вы сказали? 15? Ладно, 9. Я вот последний, я просто слышал, девушка пили. Вот я думаю, пока что остановимся. Да, давай сейчас у Тимура Владимировича. Вот сейчас вот так все сели. Да, вот так. Все запомнили свои варианты. Тимур Владимирович, сколько было ударных? На самом деле было 15. Давай! Самый экзотический, надо так называть. Мриданга, запомнили все, да? Мало ли что, если где-то будет в ресторане, знаете, это музыкальный инструмент. Я вот прямо... самым необычным пройдите. Да, вот это вот, я просто сначала думал, что это плов будет готовить. Нет, это музыкальный инструмент. Это как называется? Это литавры. Литавры. Литавры, да? Хорошо. И вот здесь вот тоже сразу я быстро доберусь, поинтересуюсь, как вот это произведение называется искусство. Это дундуны. А можно на дундунах вот пару раз? Отдельно можно, да. Вот на дундунах? Прекрасно. А вместе с маринадом можно добавить вас тоже? Можно, вот самый экзотический. Дундунам добавить. Да. Точно. Поэтому этот пригласительный на осенний концерт достается вам. Передайте, пожалуйста. Вот за что я люблю такие концерты. Все спонтанно, все на ходу. Тимур Владимирович, пожалуйста, давайте добьем. Браво! Посчитали, пора душевно отдохнуть. И вы знаете, окунуться в старые добрые песни. И продолжать нас будут радовать солисты Центра культуры и творчества Тюмени. Музыка Раймонда Валса «Любовь настала» поет Наталья Малаенко.
Композиции, которые под стать духовому оркестру. Как вы думаете, ну, кто-то, может быть, уже догадался, о чем идет речь? Марш, конечно. Конечно. Итак, встречайте. Вячеслав Волков. Марш на темы Вениамина Вастнера. Или марш 9 мая.
кстати, на нашем концерте, на нашем празднике сегодня давно уже не было романтики, романтизма не хватает нам нотки. Давайте добавим, встречайте. Специально для вас поет Анастасия Русланова. Пообещайте мне любовь. Обыкновенное чудо.
И сразу вспоминается такая история, как молоды мы были. И тему молодости хотелось бы все-таки продолжить. Молодость. Молодости. Молодость, весна, любовь. Давайте ее продолжим. Дамы и господа, прямо сейчас весеннее настроение здесь. И сейчас песня Дунаевского из кинокомедии «Весна». Поет Наталья Малаенко. Советские мультфильмы. Тюменский духовой оркестр для вас представляет мультпанораму. Встречайте.
Сейчас вместе с нами поучаствовать в номере. Вы за? Да!
Я думаю, что у многих есть на телефонах, на смартфонах фонарики. Фонарики. Достаньте себе свой телефон. Достаньте, не торопитесь. Включите фонарик. Включите фонарик, вот такие вот образы. Все включите. Ой, а можно нам покосить в зал? Прекрасно. Можно? Вот все. Вставайте. У кого есть фонарики? Вот смотрите. Сейчас как будем делать с вами? Сейчас будет играть композиция, мы во время композиции, во время это убираем. Как только начинается припев, все вместе встаем и... Да, давайте припевим, убираем. Убираем. Так, прекрасно, все убираем. Припев. Есть, вот это красота. Красота, и в сторону пойдем. Да, ну и будем махать, справа налево можем. Ну что, я думаю, этот прекрасный номер мы сотворим его все вместе. Ну а здесь еще нужно, чтобы нам спели. Давай садись там слово. Дамы и господа, встречающие Анастасию Русанову и прекраснейшая песня из репертуара Ани Лорак «Я с тобой». Принимаем все вместе участие. Поехали!
Ну что, дорогие друзья, на этом завершается наша концертная программа. И давайте еще раз подарим аплодисменты тем людям, которые показали, продемонстрировали свою новую программу. Тюменский духовой оркестр. Дирижер Тимур Лавров. Принимать мы будем до 16 апреля. А 16 апреля в группе ВКонтакте и на официальное мероприятие «Димей» мы покажем результат. Ну и напоминаем о том, что уже этой осенью состоится новая битва оркестров. Мы не прощаемся, мы говорим вам до новых встреч! До свидания!